Хабаровские экологи готовят заявление в полицию на двух девушек, которые разместили в соцсетях фотографии с краснокнижным лотосом. Защитники природы признаются, что снимки им прислали неравнодушные интернет-пользователи. В ходе расследования выяснилось, что цветы девушки сорвали в озере в поселке Николаевка к западу от Хабаровска. Теперь любительницам реликтовых растений, очевидно, грозит штраф от 2,5 до 5 тысяч за один цветок. Кстати, в Хабаровском крае за этим действительно следят. Например, в прошлом году там также вычислили и привлекли к ответственности местную жительницу, которая сделала снимок с охапкой лотосов. Экологи всеми силами пытаются сберечь редкий цветок. Специалисты устанавливают сигнальные ленты, чтобы отметить краснокнижные растения для тех, кто просто не знает, что можно, а что нельзя рвать. Очень хочется, чтобы таких кораблей становилось больше и их самих.